Для некоторых избирателей сегодняшний день вдвойне знаковое событие. Так, для супругов Жанибека Ахметова и Мадины Руслановой, которые буквально на днях зарегистрировали свой семейный союз, внеочередные выборы президента Казахстана стали важной точкой отсчета на пути формирования новой ячейки общества. Поэтому они с самого утра отправились на избирательный участок. Жанибек Ахметов и Мадина Русланова впервые в статусе мужа и жены пришли на избирательный участок, и они признаются, что выборы президента для них очень волнительный момент, ведь создание семьи – это всегда надежда на счастливое будущее, и именно сегодня они причастны к выбору того, каким оно станет. Сегодня мы с особым трепетом и чувством гордости пришли на выборы, чтобы поучаствовать в этом важном событии. Мы очень рады, что как молодая семья имеем возможность исполнить свой гражданский долг. Сегодня каждый казахстанец делает свой выбор. Мы, как молодая семья, пришли сегодня проголосовать за наше счастливое будущее и исполнили свой гражданский долг. По мнению новоиспеченной супружеской пары, сделать выбор в этот важный для страны день – гражданский долг каждого. Своим поступком новобрачные показали свое неравнодушие к этому важному вопросу. Они убеждены, что для развития демократических механизмов, поддержки общественных институтов и укрепления важнейших ценностей граждане Казахстана должны принять активное участие в выборном процессе. Анна Цыпула, Алтай Акпарат.